Сегодня в России отмечается День учителя. Чествуют педагогов и в Доме правительства Московской области. Лучшим наградой вручил губернатор Андрей Воробьев. Учителя со всего Подмосковья участвовали в специальном конкурсе, а именно победители объявили сегодня во время торжества. Лучших педагогов выбрали по 17 школьным предметам и отдельно состязались учителя начальных классов. Тем, чьи воспитанники показывают самые высокие результаты на экзаменах и олимпиадах, губернатор вручил дипломы и денежные сертификаты. Каждый победитель получил по 300 тысяч рублей. Я не сомневаюсь, что каждый из здесь присутствующих, те, кто не находится в зале, а на своих рабочих местах, ставит свои задачи именно повышение качества образования. Очень приятно, что среднее образование, профессиональное образование в Подмосковье находится на достойном высоком уровне. Спасибо вам. Всего же в Доме правительства сегодня приглашены более 1000 педагогов. Празднование завершилось концертом, на котором для представителей самой гуманной профессии спели звезды Лолита, Алексей Чумаков и Юлия Савичева.